В рамках 13-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно прошла встреча с делегациями белорусов зарубежья. Ее участники поделились тем, как они сохраняют белорусскую культуру и приобщают к ней другие национальности в своих странах. Площадкой для диалога стал новый замок. Чтобы принять участие в самом масштабном в республике фестивале, в Гродно приехали члены белорусского общества «Промень» из Риги и региональной общественной организации «Белорусская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга». Каждый из них смог пообщаться с Анатолием Маркевичем и задать ему интересующие вопросы. Мы сегодня проведем такую встречу. Это не разовая встреча. Это наше житие. Это наши отношения помеж людьми. Их это вельми потребно ценить. Потому что я упомнен, вот таких фестивалей национальных культур, а это уже 13-й фестиваль, который проходит на Гродинщине, их у вогуле нема. Нема у свете. Повинны остатние брать с нас приклад. И вот те самые лепшие напрацовки применять у себе. И культура, я лечу, это той флагман, який пропонує свою дипломатию, потому что мова культуры, она зрозуміла для всех. Делегаты рассказали, как поддерживают национальные традиции и подогревают интерес к Беларуси в разных странах, а также поделились будущими планами. С удовольствием принял приглашение Министерства культуры приехать, поучаствовать в этом нашем фестивале 13-м. Значит, я приехал не один, у нас группа «Ретрохит» музыкальная, творческая, которая уже более 20 лет выступает на различных сценах города Петербурга, России и Белоруссии, в том числе в национальных костюмах. И, конечно же, вот что хочу выделить, это то, что эта группа, которая ежегодно в 20-х числах января дает концерт, посвященный памяти великого русского, белорусского музыканта, композитора Владимира Мулявина. Вот исполнение песен на белорусском, на русском языке, в принципе, на других языках народов мира, все у нас получается. Я рад, что эта группа есть, существует. Особый колорит и балтийские особенности привнесла делегация из Латвии. Она представит на фестивале не только белорусское наследие, но и поделится традициями наших соседей. С большой радостью приехали в Гродно. Сегодня с утра встретила нас прекрасная погода, поэтому настроение прекрасное. Привезли белорусские песни, также привезли песни нашей республики, латышские, латгальские песни. В наше время, я считаю, культура – это та основа, которая объединяет людей, консолидирует людей и, наверное, служит такой основой создания доверия и взаимопонимания. По итогам деятельности общественных объединений белорусов зарубежья представители белорусской диаспоры были награждены нагрудным знаком и почетной грамотой Министерства культуры.